В зону СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи, собранной жителями Муравленко. 104 адресные посылки, в которых теплые вещи, термобелье, средства гигиены, медикаменты и портативные газовые плиты предназначены для бойцов из батальона «Кедр». Погрузить гумпомощь в автомобиль помогли волонтеры акции «Мы вместе», активисты волонтерской роты и неравнодушные жители. Напомним, посылки принимают в офисе местного отделения партии «Единая Россия». Посылки приносили не только родственники, друзья, но и коллеги. Также подключились образовательные организации, собирали посылки для пап, своих воспитанников, школьников. И очень приятно было увидеть письма наших ребят, открытки, поздравления с 23 февраля, также сладкие подарки от детского сада «Снежинка».